профукали. Ну ничего страшного. О, давай, 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 прыгай, прыгай, выше прыгай. Угу. Медовые мишки. О, есть. Раз, два, три. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Бурито Бизон. И сейчас надо Бурито Бизоном попасть в шоколадного зайца. Ну что ж, на счет три. Раз, два, три. На, получай, получил Бизон. Бизон, говорю. Шоколадный заяц получил от Бизона лещей. О, давай прыгалка. А, прыгалку мы прыгали. О, взрывчаточка. Смотри, у нас Бизон вообще очумевший такой, мощный мужик. Бежит и всех мочит. Этих вот желейных мишек. Смотри, какая скорость бешеная. Давай, 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 давай. Еще немножко ракетка, ракетка. Ой, бомбочка. Ну, мы бомбочку. Бомбочку не прыгнули. Давай, вот за прыгалку. Раз, два, три. Нормально прыгаем. Прыгаем лучше. Ух ты. Давай, пробей, пробей. Молодец, пробили. И здесь у нас другие мишки бегают. Смотри, какие интересные. Ой, давай, давай, Гэндальфа, Гэндальфа. А, нет, а, мишки, мишки. Мишки фиолетовые убежали. Но мы заработали тоже немножко денежек. А, почти что 3000. Почти что 3000 мы заработали. Так, опять шоколадный заяц, и нам нужно в него попасть. Так, вот так вот немножечко. Вот так. На счет 3. Раз, два, три. На, мимо. Мимо, как так? Да. Бывает, бывает и мимо. Но ничего страшного. О, бочки, 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 бочки. Раз. А, ё-моё. Жвачка нам помешала, мне кажется. О. Ой, отлично, прыгалка. Раз, два, три. Опа, и взрыв. О, еще и деньги, молодец, собрала. Так, отправляемся дальше. Так, мишки у нас медовые. Медовые желейные медведи. Давай, прыгай, прыгай. Оп, есть, есть. Давай, хорошо. Вот так, прыгай, хорошо. Ой, полицейский. Нет, нет, нет. Давай, еще, еще одного. Хотя бы еще одного, но мы зафигачили. Ладненько, отправляемся дальше. Смотрим, сколько мы заработали денежек. 1100. Ну, это мало. Это мало, надо больше. Опять шоколадный заяц, и нам нужно в него как-то попасть. А ну-ка. Получается вот так вот. Да, сейчас мы должны в него попасть. Опа, попали. Хорошо, молодец, Бизон. Бизон всегда не промахивается, ни разу не промахнулся. А вот девчонка эта, она промахивается. А, Гэндальф, Гэндальф. Со своим супер... О, прыгалка. Раз. Ух ты, блин, не успели мы прыгалку использовать. У нас стена там стояла. Бомбочка. Денюшку. О, денюжку, спасибо, 120. Не сильно это и много. Гэндальф, нет, ты что так высоко-то летаешь? Так, давай, давай, прыгаем. Пробей, пробей, молодец, пробил. Давай дальше. Вот, хорошо, вот это уже нормально. Что-то тут вас мало вообще, ребята. Вас мало тут бегает почему-то. Я не знаю почему. Но вообще мало. Давай, перчатка. Раз, два, три. Три раза. Во. Докуда мы допрыгаем, я вообще не знаю. Тут вообще этих мишек мало почему-то бегает. Или мне так кажется? Угу. Ладно, продолжим. Посмотрим, сколько же денежек. 6, почти... Нифига себе, 6800. Откуда так много денег? Так, Миша, Миша, о, этот, господи, зайчик, 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 зайчик. Надо как-нибудь в тебя попасть, давай, раз, два, три. Ух ты, мимо. Да, она постоянно мимо, почему мажет, это я понять не могу. Что я делаю не так? Ребята, напишите комментарий. Почему она мажет постоянно? А Бизончик нормально, он всегда попадает. О, ракетка, ракетка, отлично, прыгаем дальше. Бочки, бочки, мне нравятся. О, мимо, мимо. Ракетки. Ох ты, до ракеток я не допрыгну. К сожалению. Ох, давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Пробивай стену. Дальше. Вот этих ребят тоже мы сейчас... Опля. Бомбочка, хорошо. О, давай. Ах ты, профукали, профукали, мы профукали. Ну, ничего страшного. О, давай, 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 прыгай, прыгай. Выше прыгай. Угу. Медовые мишки. О, есть. Раз, два, три. О, и как раз на... взорвались мы.
На бомбочке. Давай, прыгай, прыгай. Ах ты, ну почему ты застряла? Ну, так нечестно. Печально, печально. Застряла и застряла. Ну и заработали мы 2500. Неплохо, неплохо. Так, вот этот у нас чувак всегда попадает в него. Давай, раз, два, три. На, попал. Нет, не попал. Бывает, что и не попадает, оказывается. Так, давайте, мишки, мишки. О, перчаточка, перчаточка есть. Раз, два, три. Вот так, хорошо. Пробиваем стену. Ух ты, какая скорость. Какая грация. Бизончик, молодец. Гендальф, Гендальф, Гендальф. Ах ты, ё-моё, давай, давай, повыше, повыше, повыше. Да, Гендальф достаточно очень такой интересный, сложный чувак. Раз, два, три. Во, пробили, ну, чуть-чуть осталось пробить стену. Почему так? Эх, бизончик, бизончик. Сколько у нас? 22 тысячи. А у нас в магазине, подожди, сколько вот эти вот бумажек стоят? Аж 56 тысяч. Ух ты, нифига. Очень много. Так, давай попробуем. На, попало. Молодец, надо чуть-чуть ниже делать. Все, я запомнил. Так, монетки. Перчатка. Раз, два, три. Ох, хорошо. Прям я рад, я рад, я рад, что я еду в Ленинград. Мишки, мишки. Вот, смотри, как они бегут. Они прям, они вообще бегут. Быстро-быстро. Ох ты, мимо. Денежку, денежку, денежку. Перчатка. Раз, два, три. В третий раз ни в кого не попал практически. Пробивает. Молодец, какая. А тут что-то вообще этих мишек мало, смотри. Да, сложно, сложно, сложно. Да их тут вообще практически нету, этих медведей. Как это можно тут вообще играть в этой миссии, когда тут вообще нету медведей? Их очень мало. А ну смотри, еще вот такие есть какие-то желтенькие медведи, да? Так, мишка. На... Ух ты, промахнулся, прикинь, тут увернулся, слушай, гад. Ага, ну не всегда у него попадает, кстати. А вот перчатка тема. Раз, два, взрыв. Прыгаем. Вот такой бизончик у нас, молодец. Пробиваем, золотишко. Опа, есть. Здесь как-то медведи не помогают, смотри, прыгай, да? Не всегда, конечно, но все равно. Есть, прыгалка. О, бочки. Ой-ой-ой-ой, профукал я бочку, ладно. Давай, ракетка хотя бы поможет мне. Вот, бизончик, молодец. Денежка, есть. Сколько, 80? Мало. Давай, пробивай. Ух ты, не пробил. Не пробил, не хватило сил. Угу. Сколько заработали? А заработали мы 1500. Всего 26 тысяч, тоже очень много, я считаю, нормально. Так, медведь, этот самый, заяц. Раз, два, три. На, получай. По щам. Но все равно там у него, даже если мы промахиваемся, у него уменьшается, кстати, здоровье. Да, это уже проверено просто. Опля. О, давай, Гендальф. Гендальф, почему так-то, а? Я на тебя столько много денег потратил. Гендальф, а ты? Такой недоступный ты оказался. Вот, а вот ракеткой тоже тема. Ой, прыгалка вообще классная штука. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Ой, полицейский, нет, 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 хорошо. Ой, тут еще второй полицейский. Смотри, их так много полицейских. Давай, давай, пробивай, молодец. Вот, тут смотри, желейные, такие желтенькие. Ой, прыгалка, раз, два, три. Во. Давай, 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 отбивай, отбивай, давай, 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 давай. Ах, или я не попадаю, или что? О! Давай, давай. Да, мишки, мишки убежали. Угу. Эх, сколько заработали? О, нормально, 6 тысяч. И у нас что-то открылось, да, посмотрим. Что у нас открылось, интересно? Здесь что-то? О, кто это такой? А, вармишку можно улучшить, да? Улучшить, чтобы повысить сумму имеющихся у него денег. Давай повысим. Спасибо. Все, повысили, и мы будем больше зарабатывать денежек, наверное. Давай этого шоколадного зайца. Попади. Ой, блин, он, смотри, опять увернулся, да? Точно. Увернулся, увернулся. Ой, ракетка. До ракетки не попал. Ой, давай, 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 прыгай, прыгай. Нет, полицейского не надо. Вот, вармишка, молодец. Спасибо.
Нифига, какая скорость, смотри, у этого бизончика. Бомбочка? Нет, мы не успели, не добежали до бомбочки. Прыгай, 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 давай, о, давай, ай. Что-то, все, ему что-то нехорошо. Прыгай по этим желейным мишкам. О, давай, 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 давай. А, о, сколько денег, сколько денег, сколько? 400? Да ну нафиг. Вообще нормально. О, ракетка, ракетка, круто. Давай хотя бы одного зафигачим. Вот все. 400? Это вообще нормально, добавили. Алло, 400, круто. Так, шоколадный заяц. Давай попробуем тебя. Попадем, не попадем, не знаю. Опа, попали, попали, отлично. Ух ты. Давай, какие у нее. Как она прыгает, молодец. Давай, 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 давай. Сейчас этих всех мишек. Ну, или не всех. Ну, нормально, смотри, стену пробили как, а? Хорошо. Вот, теперь эти вот медовые мишки. Ракетка. Перчатка. Нет, перчатку мы не успели. Ничего страшного. О, взрывокчик. Полицейский, нет, полицейский, нет. Как ты здесь оказался вообще? Ух ты. А, полицейский, полицейский, нет, 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 нет. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот, молодец, смотри. Отпрыгнула. Ой, давай быстрее до этого, как его. До перчатки. До перчатки мы не добежали, к сожалению. Сколько заработали мы денежек? 1185. Ну, немножко совсем. Ну что ж, тут у нас один удар остался, это шоколадному зайцу. Опа, получи. Сколько нам денег даст? 2200, офигеть. Уже прям вообще нормально стал нам приносить зайчик. Или он сколько и приносил, что-то я уже забыл. Просто я уже давно его не убивал, потому что что-то какое-то сложное стало. Прыгаем вниз. Опа, денежки 600. Нормально. 600 это хорошо. Вот, желейные, желейные мишки, шоколадные. Ну, это не шоколадные, правда. А эти какие? Медовые. Перчатка. Раз, два, три. Ух ты. Давай, давай. О, взрывчаточка. Есть. Отлично. Смотри. Пробили. Ну, чуть-чуть не пробили стену. Ну, ладно. 6000. Нормально. 6000 вообще неплохо. Так, вот этот чувак, мы чувака сейчас этого зафигачим, подожди. Сколько он нам принесет денег? А, он сейчас нисколько не принесет, потому что нам нужно его убить же, да-да-да. Опа, нифига, смотри, что творит. Гендерф, Гендерф летел. Не пробили. Смотри, как она, как мы первую часть стали быстро проходить, да, ты заметил? Вообще прям быстро. Гендальф. Да, Гендальф у нас вообще сложный, чувак. Все, и в стену. Тыдыщ. Да, ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч на канале Duda Play. Всем пока-пока.